Здравствуйте, уважаемые ученики 11 классов. Продолжаем понятия их и терминах повторять, да и изучать историю в 10-11 классе. Понятие 59-е – фейки о Третьей мировой войне. Или просто Третья мировая война. Третья мировая война – это гипотетический третий всемирный вооруженный конфликт или военный конфликт планетарного масштаба после Первой и Второй мировых войн. Сам термин «мировая война» или «Третья мировая война» впервые упоминается в 1941 году. Однако еще до начала Второй мировой войны в мире кружилась идея о том, что Первая мировая война 1914-1918 года – это именно та война, которая положит конец всем войнам. И считалось, что если глобальный конфликт приобрел такую невиданную безвыходность, то, скорее всего, в аналогичных масштабах ему впредь не суждено было случиться. И через 20 лет оно случается, то есть Вторая мировая война. С началом Холодной войны в 1945 году, и мы в кавычки заключаем Холодную войну, так как это вовсе не война, просто противостояние. В 1945 году и с распространением технологий ядерного оружия возможность третьего глобального конфликта стала практически невозможной, хотя и более-менее правдоподобной. В годы Холодной войны военные аналитики многих стран предвидели все же возможность начала Третьей мировой войны. Сценарии варьировали от обычной войны до ограниченной ядерной или тотальной ядерной войны. Во время Холодной войны была выдвинута доктрина, названная взаимно гарантированным уничтожением, где определялось, что глобальная ядерная конфронтация все же наверняка уничтожит всю человеческую жизнь на планете. Абсолютное уничтожение человечества, возможно, стимулировало как американских, так и советских лидеров и истеблишмента избежать такого сценария развития событий. Однако, время от времени и на Западе, и в СССР все же возникают и прорабатываются различные сценарии мировой ядерной войны. Но все же мир удерживается от реального применения ядерного оружия в вооруженных конфликтах. Современность такова, что какие бы конфликты ни происходили между Россией и Западом, между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, сценарий возникновения мировой ядерной, термоядерной войны, он маловероятен. Спасибо за внимание. До свидания.